Партнер проекта «Ярмарка доступной недвижимости» Ассоциации региональной гильдии риэлторов «Пермский край». Добрый день! Как уберечь себя от ненужных трат? Не преувеличивать значение денег, отвести им в своей жизни правильное место, советуют специалисты по финансам. Все вроде бы понятно, но как реализовать эту мысль? Попробовать управлять деньгами. Например, вы получили зарплату и не тратите ее несколько дней вообще. Каждый помнит, какие эмоции могут дарить деньги. Если вы получили долгожданную зарплату или еще лучше премию, хочется обязательно пойти что-нибудь купить. Подождите 2-3 дня. Решите, нужна ли покупка вам на самом деле. И если действительно нужна, покупайте. Если у вас это получилось, значит, это вы управляете деньгами, а не они вами. Вы даже не представляете, сколько вещей покупается от скуки, усталости и плохого настроения. И еще, приобретая ту или иную вещь, подумайте, во сколько обойдется вам ее обслуживание. Особенно это касается крупных трат. Захотели там яхту или орловского скакуна, будьте готовы содержать гараж, конюшню, сторожа, ветеринара и так далее. Ну и помните о том, что самое главное на свете вещи – это точно не вещи. Это правило денег.